А вы знали, что Млечный Путь имеет темного близнеца? Но есть и отличие. Она почти полностью состоит из темной материи. Ее название Стрекоза 44 находится в ближайшем скоплении галактик под названием Кома. Примерно в 330 миллионах световых лет от Земли. До последнего года данная галактика ускользала от взора астрономов, так как она представляет собой объект с очень небольшой плотностью расположения звезд, хотя и имеет размеры того же порядка, что и Млечный Путь. Вполне возможно, это параллельная вселенная, где существует и мой двойник, только с нормальным лицом. Стрекоза 44 – это только одна из ряда сходных галактик с пассивным звездообразованием, но и самая привлекательная. Любопытно, что скорость звезд позволяет определить массы галактик. Если светило движутся быстрее, то большую массу имеет и галактика. В итоге мы наблюдаем, что звезды двигались с большими скоростями, чем должны были в такой тусклой галактике. Вывод один – она имеет огромное количество скрытой массы от наших глаз. А значит, видимая часть, материя и звезды, составляет только 0,01%. Остальные 99,99% массы приходится на темную материю. Гипотетический материал, который остается невидимым, но, вероятно, составляет более 90% Вселенной. Темная материя не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ними напрямую, что делает невозможным ее непосредственное наблюдение. В итоге мы наблюдаем лишь 0,01% галактики, остальная же часть состоит из темной материи, которая и сама только не так давно стала изучаться астрофизиками. Одна из основных целей современных ученых узнать как можно больше о таинственной темной материи. Поэтому следующий шаг исследования – найти и другие подобные галактики, но расположенные ближе к Земле. Исследователи отмечают, что не так сложно обнаружить галактику, большую часть которой составляет темная материя. Так, ультраслабые карликовые галактики имеют схожие составы. Но все эти галактики, обнаруженные прежде, были приблизительно в 10 тысяч раз менее массивными, чем Стрекоза 44. Исследование свойств галактики должно посодействовать ученым понять, как данная необычная галактика может жить вблизи от обыденных больших галактик и почему они не разрывают ее на части. Открытие Стрекозы и сходных на нее галактик несомненно поможет узнать, что же такое темная материя. А у вас на этот счет уже есть гипотезы? Спасибо за просмотр данного ролика. Ставьте лайк, если понравилось. И подписывайтесь на канал, чтобы узнать все новое о космосе.